Противостояние пятой и десятой команд. Конечно, места не те, на которые рассчитывают болельщики, но еще впереди практически весь сезон для того, чтобы ситуацию исправить. Канониры, пятая строчка, 23 балла в активе. Манчестер Юнайтед, десятое место, 18 очков. Ну, хорошо развернулся Эмиль Смит-Роу. Передача на Абамиянга, бьет левой ногой. В сторону Арсенала. Это уже четвертый, кстати, навес. Упал Давид Дехея. Он пока на газоне. Бьет Эмиль Смит-Роу. Мяч в воротах. Но и этот, конечно, гол засчитан не будет. Тут же Мартин Аткинсон дал отмашку. А что случилось с испанским вратарем МЮ? Непонятно. Гол засчитан. Интересный момент, конечно. Ну, а с другой стороны, я теперь понял, почему нам показывали кадры, где бьет поворотом Эмиль Смит-Роу. И уже после этого дает свисток Мартин А. Все клубы, в которых он выступал, они покидали английскую премьер-лигу в последних сезонах. Отличная комбинация. Роналду есть Роналду. Момент у МЮ. Фред. Удар. И это 1-1. Великолепная комбинация. Бруно Фернандеш ставит в ней жирную точку. Фред. Голевой пас. Ну, в целом, конечно, стоит весь розыгрыш отметить. Вот очень легко. Приближается к воротам, под правый убьет в ближний угол Рамсдейл. Отличная возможность была у МЮ, чтобы очень быстро закончить свой путь в МЮ. Магуайр. Магуайр бьет поворотом. Сегодня Рамсдейл настолько хорош, настолько надежен, что изменений в них нет. Подача от Эдегора. Удар! И Давид Дехея подтверждает вот этим спасением звание лучшего футболиста ноября в составе Манчестер. На острие атаки Абамиянг. Арсенал сейчас проваливается в обороне. Имел отличную возможность. Рано или поздно отреагирует Рэшфорд. Но бить нужно. Бьет Рэшфорд. Прямо по позиции. По дистанции еще ситуацию 10 раз можно будет исправить. Момент. Роналдо. Ну и вот, пожалуйста. Исправлять ситуацию начинают манкунианцы уже сейчас. И это Криштиану Роналду. Он умеет забивать важные мячи своей команды. Уже решен, так что можно до февраля сосредоточиться на чемпионате. Удары, тут же 2-2. Это Мартин Эдегор. Великолепная комбинация. Она в чем-то схожа вот с той, героем которой стал в итоге Роналду. Контракта и пойдет в другой клуб. Сейчас он с мячом бьет в ближний угол. Кулаками мяч отбивает Дехея. И вставляется и это пенальти. Это пенальти, который назначен, на мой взгляд, абсолютно справедливо. Разбег. Удар по центру. Рамсдейл начал гадать и прогадал. 3-2. Манчестер Юнайтед вновь впереди. И это дубль Криштиану Роналду. Первые попытки, но все же мяч доходит до Томиясу. Навес! И забивать нужно! Ну как сейчас умудрился не сравнять счет Пьер-Эмерик Обамиян. Не затягивать, а сжигать его для соперника. Все, финальный свисток. Победа Манчестера 3-2 над Арсеналом. Супер новости! Теперь мой промокод от OneX дает бонус до целых 25 тысяч рублей на первый депозит для новеньких. Не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. А также мои постоянные партнеры OneX дают очень высокие кэфы на все события мира спорта и киберспорта. Также их сильные стороны – это пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта, ставка без риска и моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии или сканируй QR-код на экране. Выходит команда, и мы с вами представляем сразу же арбитра. Даниэль Зиберт из Германии сегодня работает в качестве главного судьи на этой игре. Рафаэль Фультен и идет эта передача. И тем не менее Салах подхватывает мяч, уходит от двух игроков, уходит от третьего и бьет, и забивает. 1-0 в пользу Ливерпуля. Но вот это было похоже на Месси. Впрочем, давайте не будем мерить одного сравнивать с другим. Оба, конечно, выдающиеся игроки. До Мане мяч не доходит. Доходит до Кейта! И тут просто
даже не то чтобы вколачивает, он вдубасил его в ворота. Ян Облак, уж на что у него классная реакция, но на такой мощный удар просто невозможно среагировать. Атлетико. Лемар. Пошел в штрафную площадь, прострел низом, удар по воротам, подставлена нога или не подставлена, что становится даже, что является даже более важным обстоятельством. 2-1, Атлетико Мадрид забивает гол и возвращается в эту игру довольно быстро. Атлетико Мадрид, длинный пас, нет офсайда, Гризман спасает свой. Феликс, Гризман, здорово, удар вдали. Счет ничейным, и вот он, Диего Симеоне. Красавец какой, ну как же здорово разыграли. И вот он, Гризман, ну это классика. Это узнаю брата Тоху, как он здорово принимает решение, как он не... Атлетико Мадрид, Караско. Снова Деполь, Караско, красиво, и нужно проткнуть мяч в ворота. Всего-то навсего. Яник Перейра Караско хватается за голову. Так, Алисон. А потом Хосе Мария Хименес уже был ведущим защитником в паре. Опасно! Облак! Поднимал ногу. Чем напрасно Антуан Гризман попал по голове соперника. Кажется, Фермино получил удар. Красная! О-хо-хо! Ничего себе! Антуан Гризман сразу получает прямую красную. Директор Роха называется. Пока главная интрига, состоятся ли замены. Что здесь? 11 метров. Это точка для Ливерпуля. Просто технический брак защитника. И, ну, конечно, свалил. Разбегается удар по воротам. 3-2. 3-2 в пользу Ливерпуля. Мохамед Салах забивает свой второй гол в сегодняшней игре. По секунды Зиберт дает финальный свисток. 3-2 в пользу Ливерпуля. Это была эпичная битва. Закончилась она победой Ливерпуля. Но Атлетико... Настала пора подвести итоги 15-го тура, и мы отправляемся на последний матч, как раз относящийся к этому туру, в итальянской серии А. В Риме на стадио Олимпико Лацио принимает Удинезе. Яло Уоллес. Яло забрасывает, и опять проваливается оборона Лацио. 1-0. Это Бету забивает пятый гол в этом чемпионате. Вот так вот, кто бы мог подумать. Ну, я думаю, что для нейтрального болельщика мы точно получаем интригу. Высокого роста Милинкович-Савич. Удар по воротам Луиса Альберта. А не было ли там пенальти? Иммобиле заставляет соперник втыкаться с мячом в него. И еще одна контратака. Это Бету набирает скорость. Выход 1-1. Бету! 2-0! Удинезе! Получите, распишитесь! Это какой-то португальский халк! Шестой гол Бету. Надо прессинговать, отбирать мячи и попадать в створ. Филиппе Андерсон. Прострел. Гол. Гол 2-1. Чиро Иммобиле. Как всегда. Возможно, это его вечер, но надо забивать уже не один. Надо забивать два. Как быстро. Лацио. Уже 5-3. В исполнении Удинезе. Де Олафе. Удар. Гол. 3-1. Что ты делаешь, Удинезе? Малина забивает третий мяч под конец тайма. Опять нет удара по воротам. Но Педро бьет по воротам. 3-2. 3-2. Они вернулись. Ну, конечно, с давлением начал играть Лацио второй тайм. 3-2. Пятый гол в сезоне. Педро 1-1. Спокойно открывается. Бету получает пас. Удар по воротам. И два хитрики заходит. Бету. Удар еще один. Вот это атака в исполнении фриулианцев. А вот это плохо. Это очень плохо. Удар и третий! Третий влетает в сетку ворот Удинезе! Какая красота! Сергей Милинкович-Савич! Четвертый гол в сезоне! Красная! Красная карточка Патрику! В раду прям сыграл игрок Удинезе. Это Молина. Красная. Это красная.
И теперь они... Ну, я думаю, что это замена Петро! И два Петро не забивает. Киев. Понятно, куда будет подавать. И удар по воротам! Гол! 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 Гол от Черби! Офсайд. Этот матч заслуживает гола в любые ворота четвертого. Динезе. И гол! Гол они засчитывают! Франческо Черби! Первый гол в нынешнем сезоне! Это томительное ожидание прерывается. Последний шанс. Удар! Гол! 4-4! Неужели это Бету? Арслан празднует, по-моему, этот гол. Это не Бету, это Арслан. Это фантастика. Я не знаю, как вы будете спать. Я не знаю, как вы будете спать после такой игры. Ничего себе, еще и драка в концовке. Они включили драку. Гол засчитан, 4-4, а дальше засчитан, 4-4. Все. Фу. Невероятный матч. Я не буду вам желать сегодня спокойной ночи. Не будет никакой спокойной ночи. А по промокоду GOOF вы получите до 100 баксов для новых игроков. Досматривайте видео и вперед. Для сегодняшних гостей арены, впрочем, как и для многих других, это место абсолютно негостеприимное. Впрочем, свой последний визит сюда Барселона выиграла, действуя большую часть матча в меньшинстве. Барселона готова. Ну, здесь положение вне игры должно быть. Опасный момент. И Яго Аспас в форварде Барселоны. Смотрим на этот эпизод. Фати! Какой шедевр, пятая минута. Какой шедевр! 10-й номер Барселоны недавно этот молодой парень, отыграв в Лиге Чемпионов, забил впервые. Будет ли удар издали Бускетс? 2-0! А вот этот парень редко бьет, но сейчас он положил голешник. И это стоит, конечно, отдельно отметить. Брухан радуется. Подача! Депай! 3-0! 34-я минута! Барселона увеличивает разрыв до разгромного! И вы знаете, как-то все простенько, легко. Вот что Депай, дабы помогать. Удар по воротам! Да, сам не забил Аспас, но сделал голевую передачу. Сейчас мы понимаем, что это офсайд. Набегает партнер, удар, и Барса не сумела спастись, вновь забивает Аспас. В седьмой раз он поражает ворота Терстегена. В седьмой раз! Есть еще одна передача, опасный момент, Мингеза в корпус играет, и нет пенальти. На системе ВАР абсолютно проигнорировали сей эпизод, опасный момент, удар по воротам! 2-3! Сельта в игре. Кстати, это третий мяч, который забивает Сельта. И второй, который не засчитывает Эрнандес Эрнандес. Вы посмотрите, что творит Сельта. Она забивает сегодня уже в четвертый раз. И во второй раз Арауха. Будет ли удар? Аспас! 3-3! Капетище! Яго Аспас! 96-я минута матча! Эрнандес наказал Барселону за вальяжность. За то, что она так некрасиво себя вела. Чав за здравие. Вот уже четвертый матч подряд не может выиграть. Эрнандес наказал каталонцев за то, что они так нагло затягивали время. И...